Привет! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, зритель! Как сегодня мы здесь оказались? Смотрите эту серию до конца. Смотрите, ё-моё, что произошло, почему я кручусь на этом шесте. Что в этом волшебном круге? Что мы здесь забыли? Мы всматриваемся в этот куб, чтобы понять, что же происходит внутри наших голов. А вы смотрите эту серию, чтобы понять, что происходило в этой серии. Мне нужно дерево. Мне предлагают... Я нарубил. Подожди, ты в пустыне где-то или что? Я убил первого игрока. Ты игрока уже убил? Он просто... Мистер Бафф, господи, я бежал к тебе 100 лет! И ты такой... Кто это опять? Единорог. Бафф, мне 600 метров бежать. О, я вас нашел! Ура! Конечно. Есть лопата, кстати. Ты не мог быстрее прибежать? Вот. О, смотри, вот же Айк. Айк еще здесь. С земли. Классно, Айк, так хорошо. Прямо с земли? Да. Вот отсюда? Как, прям в мультике смотрел. Да. Я родился тут. О, это коровы. Айк, наверное, подначивать же должен, нет? Да, должен, давай, Айк. Только не трогайте самую большую, типа, убивайте детей. Только маленьких, да? У меня есть алмазы. У меня есть квадрокоптер, с помощью которого мы сможем обнаружить дома. Это называется око Эндера, Айк. Это называется админ. Посмотри, пожалуйста. Просто в небе такой админ головой. Ребята, пойдемте разграблять все дома, уничтожать детей и всех их родителей. Блин, дружище, мы видим его первый раз, он пришел буквально из-под земли. Давай его послушаемся. И вправду, хорошая идея. Пошлите. Ха-ха-ха, ля-ля-ля-ля. И музыку из Пиксара надо. Очень смелый, видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелый уважает. А что происходит? Это музыка. Потому что в самолете все зависит от пункта. Улетел. Он летит в небе. Кто это был? Мимо пронёсся корреспондентский вертолет, кажись, новостная. Это квадрокоптер был мой. Это самолет. Квадрокоптер, говорю. Купил квадрокоптер по 50 рублей. Я когда-то первый раз в Киеве когда был, я увидел квадрокоптер над Майданом летал. Я такой, это НЛО, я вообще не понял. Я застрелил. Да, я начал с воздушки стрелять в него. Что происходит? Куда вы убежали? Вот прилетел. Единорог прилетел, ребята, у него... Это единорог Бафф, он улетает. Я пишу в чат, продам координаты Бафа, и мне уже 3 чувака в личку пишут, пруфани, что прикольно, сколько стоит, дай цену. Не понял. А, я тебя бить могу? Извинись. А ты вот под себя, да, копаешь? Ты в Майнкрафт? Под себя какой-то. Первый раз в жизни, да, играешь? Нет, это проверенная тактика, я знаю, что делать. Да ты меня с собой заведешь в машину. Мы нашли деревню? Я знаю, что делать. О, Эмиральда, я же сказал, что я знаю, что делаю. А я нашел деревню, давай кардинаты. Видишь, как удобно? Что произошло? Я упал в яму, которую вы накопали под себя. Я нашел золото. И там нейресы лежат. Ладно. Мы заберем. Я нашел золото. Ух ты! О, фармилка. А ты не хочешь извиниться за падение за свое вообще? Прошу прощения у гравитации и у Исаака Ньютона в первую очередь. Можно кирку железную мне, а то я что-то вообще... На, держи. Вау, спасибо. В ней прочности вообще. Бам-бам. Лук, крутой лук. Крутой лук. Где он? Я не знаю. Я не могу подобрать. О, лук. Шмотка за что? У меня есть стрелы, типа дайте стрелы? Да, давай. Какой лук носишь ты, мистер? Да. Смотрите, я могу попробовать. А чё, чё? А, это вода? Ай, блин. Умер, парень! Умер! Я не думал, что так получится. Не, там вроде, когда на шифт садишься, тебе невидимость дается. Попробуй. Прям невидимость? Да. Даже если ты на меня смотришь? Я вот не вижу тебя сейчас, ты где? А ну, присядь, а чё ты мне врёшь? Он не врет, да? О, человек-гравий! Он настигнул меня! Бафф, посмотри! Не, надо было, чтобы ты в этот момент вообще пропал, знаешь? Типа, я бы шизоидом казался. Где он? Где? Какой гравий-человек? Вот здесь ты говорил, гравий-человек был. Где он? Не было его. Я его не вижу. А в чем суть приклада?
Ну, типа... Его защищать надо. То есть приват не дает ставить блоки, но как бы здесь работают взрывы, огонь и... А-а-а, вау! Вот это интересно, мне нравится. Есть такой шанс, что мы сейчас на 2 часа выйдем, зайдем, и здесь будет 9.11. Будет просто уже стриптиз-клуб. А если что, у нас 19 метров, рядом с нами игрок Галиев. Ой, надо на присядках. Блять, вон он коп... вот он сзади копается. Уничтожаем его, йоу. Присядьте, блядь. Йоу, убьем его, йоу. Да, ё-моё, первый рейдер. Привет, он, привет. Убивай, 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 убивай. Уничтожай, он строит. Где он? Он наверх, он строит. Я потерялся вашим скином. Вот он гаденок. Окружаем его, окружаем. Надо было его сюда запустить быстро. Я его убил. Ух, у него ресов. Че, реально? Где? Где? Тащите домой! Кому Кордобавы и Тимы, они только что убили меня. Нам придется дислокацию менять, если что, скорее всего. Мне пишут, типа, зачем убил меня? В чем челлендж? Челлендж, это анархия. Типа, как будто бы я ищу смысл в том, чтобы убивать людей. Вот, бурление лавы, плеск воды, шаги. 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 Макдональдс. Шаги. 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 Шаги? Шаги. Чё? Чё ты зациклился на здесь алмазы должны быть. Зачем ты спрыгнул? Я бы тебя безопасно сейчас спустил. Нет, кстати, люди уже были. Тут какие-то булыжные блоки. Черт побери. Видимо, они все здесь золотали. Кто-то опередил нас. Давай. Всего хорошего. Русские идут? Домой. Донбасс. Ага. Зачем ты меня ударил? Куда ты делся? Да я ноги поломал. Закрывай. Я что-то как-то тупанул слегка. Что-то единение здесь... с природой. Единение. Мы выбрались. Да! Наконец-то так. Свежий воздух. Нам, вот и... Нам нужно минус 8. О, это как так получилось, смотрите. Что? Это так специально сделано? А что это? Вау, аномалия. Зачем ты сломал аномалию? А она была в красной книге, а аномалия. Значит, со всеми так поступаем, кто в красной книге. Да, да, если ты не подходишь к нам в группу, мы убиваем всех. Ля-ля-ля. Блин, вот это ты накакал гранита, это науки. Это типа ты попал, спалил, что мы... Демон создателю Джица и Каоа. А если вот так? Куплю подводник. Куплю подводник. Чат донатиров Эмраул Цимпей Г70. А, он в чате все звучит, на понятно. Окей, хорошо. Кнопка диктор. Да. Выключить. Диктор выкль. Я сейчас попробую попасть вон в ту паутину. Если у меня не получится, я умру. Это будет челлендж. Смотрите, сейчас попаду в паутину. Я жив. Опа! Фу, что там было в огоньке? Рельсы? Это сейчас звонок! Это я его нашел. Нет, ты меня привел, а я нашел. А, там кто-то уже сделал что-то. Там уже печка стоит. Да? Захватываем. А, это ты здесь и был? А, тут алмазы у кого-то. Вот сюда поставь золотой блок и добавь нас всех в приват. Будь здоров. Будь здоров. Так, и что теперь? Кастомные флаги? Я укачал. О, нифига, а их реально умеешь делать это или что? Да. Нет. Баф, не надо, не делай этого. Я же умру. Встань шифта. Будет прикол. Ну давай. Подожди, я не могу. Ты зачем меня ударил? Что ты упал? Ты не упал. Сколько у тебя снялось, сколько? Просто поплюй. И он бездействует, ему все равно. Давайте это будет наш трофей. Давай, он типа у нас друган. Мы назовем его Бобби. Бобби? Почему именно так? Ну же, Роберт. Причем вот, не просто садится Бобби, в вагонетку. А Бобби. Куда он исчез? Не знаю. А где? Может, он на нашу территорию зашел и исчез? Он просто исчез, да. Надо, наверное, было его убивать, пока он не испарился. Бобби. Кинул нас, Бобби. Да, недолго жил с нами, Бобон. Вот, теперь надо воду разливать здесь сейчас. Бобан. Я заморозил воду случайно. Как это? Ледоходом. Чё? Во, а как ты заморозил-то? Они это здесь скилл какой? Да? Нет, ледоход есть, зачарование на ботинках. А-а-а, ого. Он замерзает, это же холодно. Да нет, это он ледоход. Все работает, да? Должно. Не, опять сломалось.
Отойдите, давайте кто-то. Да короче, блядь. Бабу нельзя касаться воды, хватит, баб. Пойди, баб. Да что такое, я не касаюсь ее. Реально замерзла. Ты просто рядом стоишь, и оно в каких-то... Все, я сними, снял блядь. Ботинки. О, все. Теперь главное, не надевай их. Да ебарус, ты их хотел, да? Ладно, окей, хорошо, я их сниму, все, больше не буду. А, ты уже источник сделал? Нет. Опа. Почему? Могу сделать. А ты сделай. А ты сделай. Вот сделай, 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 сделай. А вот и сделаю. Ого. А вот и сейчас. Нам нужна лава. А где вода? Воды-то нет. Вот вода, вот же еще вода. Где? А, вот. Тут цыган заспавнился. А меня-то зачем тут? Баф, дай вода. Вот вода. Так это же... Так мне нужна вторая вода. Это он и разлил. Да, да. Так, интересно, где здесь может быть лава? Мне кажется, на такой высоте лавы даже уже и нет. Подожди, там же много было лавы, вот. Но выглядит инновационно, реально. Зачем ты это сломал? Кто сломал стекло? Кажись, ветер выбил. Они заспавнились. Там батя с ребенком пошел. Сейчас убьем батю. Че, давайте красивую комнату. А, я в лаву упал. Очень удобно. Ну, я выжил. Ну, я предлагаю перенести кровати. Мое. Дай пока. Че? О, поспать надо. Я сделаю это. Не делай. Ну пошлите в ад, сходим, наш... что там интересно. Опа-опа-опа-опа. Опа-опа, стоп, ну-ка. Подожди, а если мы зайдем назад? Да, нет. Нет? О, нет! О, а нет. Куда вы попали? А, координаты кто-то записал? Я могу... Нет.